вонять деньгами, алкоголем, парфюмом. Это Гоша Карцев, канал Гоши Карцева. И знаете что? У меня есть гость. Новая следующая Зина. Мы решили устроить баттл, и это будет не простая улица Карцева. Улица Карцева откуда? Из Цумы Цветного. Мы будем устраивать баттл, у кого больше чек. И если я выигрываю, то ты мне покупаешь подарочек. А если я выигрываю? Ты мне все равно покупаешь подарочек. Хорошая игра. Давай, пятером. Расходимся. Меня зовут Лидия Александрова, я фэшн-директор Catcher Concept Store. Что за обувь у вас? Ну, Bottega, конечно. Bottega почем? От 500 до 700, с учетом такс-фри. На мне одеты джинсы Zara. Я давно их покупала, лет 5 назад, поэтому, наверное... Полторы, да, хорошо. Да. Что у вас за анорак? Dior, в районе 2000 евро. А что за трикотаж на вас? Кавс. 25 евро. Юникло. Пирожок. Где-то 1500. 1500. Да. Цум или Цветной? А я и там покупаю. Ну и то, правильно? Да, ну и нормально. Да, ну хорошо. Простите, пожалуйста, вы не подскажете, как вас зовут, откуда вы и чем вы занимаетесь? И сколько вы приблизительно стоите? 12 миллионов. А я так выгляжу дороже? Мой лук так выглядит дороже? Привет, расскажи, как тебя зовут откуда ты? Я Даша, я из Москвы. Расскажи нам снизу вверх, что на тебе надето. На мне казаки Dior, они стоят примерно 1000 евро. Килоты тоже Christian Dior 1500, бомбер Fendi, но тоже, я думаю, 1500 он стоит. Седло Dior 1500 где-то. Топ не помню, что евро 200 он стоил. Теперь мои самые любимые аксессуарчики. Колечко, маленький гвоздь 1300 и два Cartier Love под 150 стоили. Сережки Dior, но это так. Бижутерия, они где-то 300 евро. Это так. Цум или Цветной? Цум. Так, а почему Цум? Больше выбор, и мне удобнее сюда ездить, чем к Цветному. Вот так, все просто. Пойдемте, пожалуйста, сюда. Сейчас мы проверим эти ваши понты на камеру. Привет, откуда ты? Как тебя зовут и чем ты занимаешься? Всем привет, меня зовут Карина Нигай, я фэшн-блогер, стилист, амбассадор, певица, да. Гадалка? Не, гадалка нет. Коуч и этот, writer, you know what I mean. Издата, расскажи, что снизу вверх на тебя надето, сколько стоит? Bottega 60, сколько они там стоят? Костюм 12 Stores по бартеру, 1012, наверное, в общем, где-то плюс-минус. Топ у Шатава, 3000, наверное. За серьги, которые растягивают? Это эти, Селины, ну 1040-50, я не помню. Это что за сумка? Келли. 700, по-моему, хорошо. Я не помню. Бантер. Колечко Cartier, да, первое и второе, это 2 карата. 0 миллионов 6, ладно. Давай 6. 6 миллионов? Да. Ты моя сладенькая. А второе? А второе? Ну, второе где-то, ну, может, 1300-400. Сколько Cartier сейчас стоит? 400. Я ж потел. Ты не потей, Гош. Цум или Цветной? Цум. Почему? Ни там, ни там не одеваюсь, одеваюсь за границей. Ой, я думала, да, ты меня спасла. Кольцо, благодаря этому ты меня спасла. Да, держи свои пальцы. Бесплатные подарки просто. Не можешь себе позволить косметику, да, правильно? Угу, пока. Пока. Как вы видите, наконец-таки я на обложке Вога. Я Вера Брежнева. Пошел отсюда! Привет, как зовут? Виктория. Вик, расскажи, что на тебе надето и сколько стоит все это богатство. Начинаем с ног. Естественно, это у нас лабутаны в районе 47 тысяч рублей. Чисто классика. Это Dolce & Gabbana 450-470 тысяч рублей. Сумка Louis Vuitton плюс-минус 350 тысяч рублей. Сережки, ободок. Сережки Dolce & Gabbana, ободок мне подарили чехол из кожи питона. По-моему, 12 тысяч рублей. Часы Rolex, браслет и кольцо Cartier. Ну, мне кажется, не хватает еще короны вот так сюда, чтобы у нас корона я еще была, да? Хотела под Dolce & Gabbana? Как раз таки именно корону я сегодня и хотела посмотреть в Dolce & Gabbana, чтобы полностью собрать этот образ от Dolce. Так, и последний вопрос. Цветной или Цум? Однозначно Цум. Учитывая, что я люблю люксовые бренды, то есть тяжелый люкс. Все-таки в Цуме более насыщенный выбор среди этих брендов. Ой, тяжелая работа, конечно, этот Fashion Night Out. Где богачи? Где богатство? Где дорого все? Вот это вот все, вот это вот ваши миллионы. Привет, как тебя зовут? А откуда ты и чем занимаешься? Меня зовут Вероника, привет. Я из Петербурга, уже живу в Москве, работаю в Louis Vuitton в Цуме. И, соответственно, что на тебе сегодня надето снизу вверх? Мне сегодня все Louis Vuitton, наши новые кроссовки и шоу-коллекции, 70 тысяч рублей.
Джинсы тоже из нашей новой коллекции. 50 тысяч рублей. Джемпер порядка 100 примерно. Сумка 120 тысяч. И очки порядка 40 тысяч рублей. Цум или цветной? Цум. Почему? Потому что здесь классные бренды представлены. Ну и такое, побольше люкса, мне кажется. Я поймала Машу Ивакову. Расскажи нам, пожалуйста, с ног до головы, пожалуйста, что на тебе надето и сколько это стоит обязательно. Босоножки, Prada, наверное, 40. Носки, рублей 400, 500, 600, 700 максимум. Вот такое платье, это русский дизайнер, 1010 край, кофточка. Она так. Такая вся модная, и джинса, тут и органза, и все дела. Я думаю, 1015-16 точно. И сумка сколько стоит? Ну, не знаю, 1005. Кольцо. Кольцо подарили. Красиво. Ом. 25 тысяч, вот так. 25 тысяч. Потому что это бриллианты. Угу. А бант, как думаешь? Мне кажется, 1005. Серьги не золотые, 3. Цум или цветной? Не то, не то. Потому что не то, не то. Приезжаешь в Америку, в Грузию, я не знаю, в Украину, куда угодно, это все можно купить как-то нормально, ага, с большим выбором. Спасибо тебе большое, Маш, хорошего вечера. Спасибо тебе. Да. Надеюсь, ты найдешь миллионера, который будет одет очень дорого. Джонни Депп, Валерия, вот это Fashion Night Out. Я запутался в парфюмерии только что, друзья, как отсюда выйти? Это Покрас Лампас, я современный художник. Каллиграф, и, собственно, я из Питера. У меня здесь проходит коллаборация с MAC. Вот я меня только выдернули с автограф-сессии. Поэтому лук сегодня забавный. Первое – Balenciaga траки. Что-то там 50+, обычно. 50+, это чисто это цензор на наш канал. Что за носки там какие-то? Заровские. В принципе, костюм тоже из Зары. Реально? Но зато кастом. Это ты его зафакапил. Слушай, это очень удобная тема, когда в Зару приходишь, можно брать очень много базовых вещей, кастомить, и они прям расцветают. И это твоего авторства? Естественно. Тогда сколько он стоит? 1 рубль и 1 рубль. 2 рубля. Тишечка Supreme в районе 100 евро. Подвеска – это тоже кастом, серебро, по моему эскизу отлито. Пускай цена будет рубль и рубль. Что здесь написано? Написано «Новая визуальная культура». Очки Retro Super Future – 15. Да. Знаю, а что за кольца? LV, по-моему, 40-45. Такой, знаешь, не сумасшедший. 40-45. Часы там у тебя какие-то, да? Часы хорошие. Давай, что за часы? Часы пускай подписчики скажут. Мне кажется, так будет. Булгари. Какие красивые, зараза. Цум или цветной? Мне нравится Цум. Мне нравится вообще команда Mercury. Мне нравится ДЛТ и вообще. Мне нравятся деньги. Ты сейчас от коммерса, да? Спасибо тебе большое. Ну ты жук, а? Покажу тебе крутая прическа, прямо как у меня. Тебя тоже, честно говоря, по голову шкили. Это там кто-то есть, где этот человек? Привет. Привет! Как тебя зовут, Алина, и откуда ты? Я из Нижнего Новгорода, я не из Москвы. Давай расскажем, что на тебе снизу вверх. Кеды Валентина, что-то около 40. Джинсы Массимо. Я думаю, 10, что... 17. Нет, поменьше, конечно 7. Же. Наверное, что-то в этом, да, духе. Футболка 7. Также Валентина. 30. Тренч No Name. В районе 10, по-моему, тоже. Сумка No Name. 30. Около 15. Что-то такое, да. 15. А теперь мое любимое украшение. А, я пошла. Часы Hublot. Так, сколько? Подарок. Браслет Tiffany 13, Cartier. Браслет Cartier и Van Cleef. Серьги Van Cleef. Угу. Все подарок. Все подарок. Хорошего вечера. И у меня Зайна. Еще один вопрос. Цум или цветной? Цум. Можете песню про Fashion Night Out? Fashion Night Out, Вера поет. Я могу еще и танцевать рэп. Трэп или рэп? Я не знаю, что это, но я просто танцую вам. Как тебя зовут? Откуда ты и чем занимаешься? Здравствуйте, меня зовут Николай, я из Красноярска, я стилист. Кроссовки, $1000, наверное. Что за носки? Uniqlo, наверное, 600 рублей. Шорты, Acne Studio, 400 баксов. Футболка, какие-то грузинские ребята, стоила 200 баксов. Жилетка это вот типа коллаба с товарищами. На русские деньги, не знаю, 1030, не больше. Это Undercover, это ключница, типа 14 тысяч рублей. Скажи, вот это сколько стоит? Тоже тысяча какие-то две. Небольшие деньги, две, да. Серьги мне подарили, поэтому я не знаю их цену. Ну, типа, ну, 1030, ну, я думаю, очки стоят 400 евро. Цум или цветной? Я в цветном сейчас. И что? Наверное, цум. Почему? Потому что пока чину что. Спасибо, очень приятно. До свидания. Спасибо. Привет, ты модник? Нет. Сорян. Привет, скажи, как тебя зовут и откуда ты? Меня зовут Дарья, я из Краснодара. Прям супер классно выглядишь. Расскажи, что на тебе снизу?
Наверх. Я дизайнер одежды. Туфли Манго в районе 2000. Платье моего бренда Label DS. Тренч тоже из этой же серии, вторая коллекция моя. Ну, примерно сколько у тебя платье такое стоит? 16 будет стоить. Да. Тренч стоит где-то 28. Кольца тоже мои. 1000 рублей стоят, но они очень знаковые, да, и они заряжены энергетически. Сумочка Валентина мне подарили. А да, серьги? Серьги у меня с бриллиантом белое золото. Что-то типа 110. Сум или цветной? Сум. Почему? Эстетики больше. Я люблю, когда аккуратнее. Но при всем при этом ты и в цветном. Я и в цветном, я же в моде. Мне нужно видеть публику, с которой я работаю. Я создаю вещи для людей, не для себя, поэтому должна видеть всех. Ну что ты, лапочка? Сейчас есть очень важная штучка, как бы сейчас, знаете, как лукму сделать дороже. Очень просто и легко. Вот просто кресло за 7 миллионов. Не желаете? 7 миллионов. Привет, как тебя зовут? Откуда ты, чем занимаешься? Привет, меня зовут Кирилл Шаповалов, я диджей, артист, музыкант, я из Санкт-Петербурга. Что на тебе надето снизу вверх, сколько стоит? Ботинки Бот, Париж, цена где-то около 50 тысяч. Носки Adidas, 100 тысяч. Шорты боксерские, это из секонд-хенда в Антверпене, они стоят около 5 евро. Куртка Виктор Рольф, тоже Noble Snob, цена около 70 тысяч. Топ Монки. 300-500. Я нашел в шкафу, мне его подруга оставила после вечеринки. Ну, бесплатно, значит. Цепь моего друга из Берлина, мне кажется, евро 40. Серьги по 500 рублей каждая. Сум или цветной? Цветной. Почему? Я не знаю, вообще мало покупаю одежды в последнее время. Так что не могу так сказать. Пацаны, цум или цветной? Цветной. Цветной или цум? Как вас зовут? Оля. А тебя? Ульяна. Откуда вы? Из Самары. Из Самары. Мы переехали сюда где-то месяц назад. Скажи, пожалуйста, что на тебе надето прям с ног до головы и называй цены вещей. Кроссовки Louis Vuitton 69 тысяч. Килоты Джозеф где-то около 25 тысяч. Ага. Футболка All Saints 1002. Куртка Yves Salomon 50. И сумка у нас там прекрасная еще висит. Красота. Я ее покупала за 350. Скажи, пожалуйста, цветной или сум? Мне нравится и там, и там. Спасибо тебе большое. Хорошего вам вечера. Танцуйте. Благодарю вас. Спасибо. Оцени актерское мастерство, во-первых, по десятке. Шара продула, но это профессионализм, а не пропиешь, понимаешь. Ну, где мой подарок, во-первых? Все будет. Тебе тяжело было? Легко, нормально, хорошо? Нормально. Комментируйте Зинину работу внизу, лук выбирайте лучший внизу, лайк, шер, подписка. Это была Зинуха и Гоша Карцев на канале Гоша Карцева. В принципе, какая-то женщина еще. Какая-то моя новая соведущая. Почувствовал себя нищей? Нет, а ты? Я да.